Спасибо. Ну, давайте начнем с завершающей части вашего вопроса, с трагедии, которая недавно случилась, имею в виду убийство нашего посла. Думаю, что это, конечно, прежде всего было покушение на Россию, на российско-турецкие отношения, безусловно. Знаете, откровенно скажу, я скептически относился к тезису, что и самолет наш был сбит без приказа со стороны высшего турецкого руководства, а людьми, которые хотели навредить российско-турецким отношениям. Но сейчас, после нападения на посла, которое было совершено сотрудником спецназа, я уже начинаю менять свое мнение. Мне уже кажется, что все возможно, и проникновение деструктивных элементов в государственные структуры, в том числе в правоохранительные органы, в армию Турции, оно, конечно, носит глубокий характер. Я сейчас не считаю себя вправе переводить на кого-то стрелки, кого-то в чем-то обвинять, но мы видим, что это факт, это происходит. Помешает ли это развитию российско-турецких отношений? Нет, не помешает, потому что мы понимаем важность, значение российско-турецких отношений и будем всячески стремиться к тому, чтобы их развивать, имея в виду, конечно, турецкие интересы, но и не в последнюю очередь российские. Нам удавалось в последний год, ну, после нормализации, точнее, отношений, удавалось находить вот эти компромиссы. Рассчитываю, что эти компромиссы мы также успешно будем находить и в будущем. Теперь, что касается Алеппо. Действительно, огромную роль в урегулировании ситуации вокруг Алеппо, и это было связано еще и с разменом, и с деблокированием нескольких населенных пунктов, в которых большинство граждан составляют представители шиитского направления в исламе. Очень большую роль в этом сыграли президент Турции и президент, и вообще руководство Ирана. Не знаю, не прозвучит ли это нескромно, но без нашего участия, без участия России, это было бы просто невозможно. Поэтому вот все вот это сотрудничество в трехстороннем формате, безусловно, сыграло очень важную роль в решении проблемы вокруг Алеппо. Причем, что чрезвычайно важно, особенно на завершающем этапе. Но сейчас только министр обороны мне докладывал о том, как происходила работа на завершающем этапе. Без боевых действий. Просто мы организовали, а там тысячами, десятками тысяч выводили людей. И не только радикально настроенные вооруженные группировки и их представители, но и женщин, детей. Речь идет о более чем 100 тысячах человек, которые были выведены из Алеппо. Тысячи из других населенных пунктов в обмен на вывод из Алеппо. Это крупнейшее, я хочу это подчеркнуть, чтобы все это слышали, это крупнейшее в современном мире и на сегодняшний день международная гуманитарная акция. Она не могла быть достигнута без активной работы турецкого руководства, президента Турции, президента Ирана и всего иранского руководства, ну и при нашем самом активном участии. Но, разумеется, это не могло быть достигнуто и без доброй воли и работы, которая была проведена президентом Сирийской Арабской Республики господином Асадом и его сотрудниками. Поэтому вот практика, жизнь показала, что такой формат востребован, и мы, конечно, его будем дальше развивать. Но я бы не забывал интересы и участие других стран региона. Это и Иордания, и Саудовская Аравия, это, конечно, и Египет. Но, безусловно, без такого глобального игрока, как Соединенные Штаты, тоже было бы неправильно решать вопросы подобного рода. Поэтому мы готовы работать со всеми. Следующим этапом, сразу хочу сказать, чтобы уже не возвращаться к этой теме, считаю, должно быть заключение соглашения о прекращении огня на всей территории Сирии. И после этого сразу же начало практического
практических переговоров по политическому примирению. Мы предложили в качестве такой нейтральной площадки столицу Казахстана Астану. Президент Турции с этим согласен, Ирана согласен, значит, сам президент Асад согласен. Президент Назарбаев любезно согласился предоставить эту площадку, создать условия для такой работы. Очень надеюсь на то, что нам это удастся поставить на практические рельсы.